Здравствуйте, с вами вновь Александр, и я вам расскажу сегодня о коляске, которая предназначена для лета, для хорошей погоды, для путешествий. К сожалению, у нас сейчас в центральной полосе России вроде бы как есть лето, но вот Москва, Питер точно лета нет. Поэтому это для тех, наверное, кто поедет куда-то отдыхать, и им нужно что-то выбрать с собой легкое и удобное для ребенка. Поэтому я его расскажу вам об интересной новой коляске от компании Joy. Она называется Air Light. Это не самая легкая коляска в компании Joy. Она весит 4,9 килограмма, самая легкая 4,1. Но и 4,9 это, не знаю, это ноутбук, большой ноутбук. Вот столько весит. Поэтому тяжелый ее назвать, язык не поворачивается. Вот. Предназначена эта коляска для детей с 3 месяцев и до 15 килограмм веса ребенка. Это ориентировочно 3 года приблизительно. Но обычно так бывает. Поэтому по весу ориентируйтесь. Вот. Что она из себя представляет? Эта коляска отличается от старших моделей компании Joy тем, что у нее ручка не перекидная. Она всегда сзади находится. Вот так вы гуляете, соответственно. Вот, это вот такое основное отличие. Перекинуть ее нельзя, эту ручку, но зато эта ручка теперь регулируется. Поэтому это оценят родители или низковатый, или слишком высокий. Можно будет подогнать под себя. Средняя величина ручки, высота, точнее говоря, она подходит обычно большинству. Но здесь стало удобнее. Что касается козырька, козырек здесь, я бы назвал это тот самый минимум, что нужно было бы для ребенка. Он небольшой, вы видите. Большим его назвать язык не поворачивается. Ну, он с фиксаторами жесткими, чтобы он не сложился случайно. Это есть, конечно. Так, давайте будем сверху вниз идти. Сразу посмотрим на регулировку наклона спинки. Она здесь на тросиках. Опускается она ориентировочно до 160 градусов. Это практически ровная поверхность. Конечно же, не полностью горизонтальная, но вот так хватит ребенку поспать. Отлично. Что касается безопасности ребенка, давайте посмотрим, что здесь для этого есть. Здесь есть пятиточная система ремней, мягкая накладка есть только на паховой зоне ребенка. На плечевой, к сожалению, нет. Также для безопасности ребенка есть бампер, обитый мягким материалом, который легко убирается в сторонку, чтобы посадить ребенка. Из нововведений хочется отметить, что здесь еще появилась полноценная, нормальная, жесткая подножка, которую, когда вы поднимете, она не прогибается, ничего. И благодаря тому, что еще и спинка наклоняется 160 градусов, мы имеем длинную поверхность для ребенка. Это классно. Вот. Что касается самого сидения, единственное, что вот моя придирка, раньше, по-моему, такого не было. Сидушечка, спинка немножечко вот прогибается слегка. Не знаю, мне это не очень нравится. Ну, может быть, я слишком преувеличиваю. Может, кто-то даже на это внимание обратит. Но мне кажется, вот чуть-чуть она стала прогибаться. Вот, это что касается сидения. А так оно большое, полноценное, вообще отлично. Рама, естественно, у них тоже особо не поменялась. Она как была хорошо сделана, так и сейчас хорошо сделана. Каких-то нареканий по качеству у меня нет. Вот. Что мне нравится? Хороший, глубокий багажник. Хоть и сеточка, но он все равно глубокий. Можно положить туда много чего, и оно вываливаться не будет. Что касается колес, колеса здесь сдвоенные спереди, сдвоенные сзади. Коляска обладает амортизацией на передних колесах, на задних колесах. Поэтому плавность хода, в принципе, очень даже ничего такая. Естественно, передние колеса блокируются, чтобы проезжать какую-то там неровность, плохую дорогу. Это без проблем. Что касается тормоза, тормоз здесь у нас на левой
части находится, и блокирует сразу оба колеса. Разблокируется тоже легким движением. Вот. В принципе, все. Давайте посмотрим, как она складывается. Из-за того, что ручка стала регулируемая, она теперь в сложенном виде стала компактнее. Это здорово, очень удобно. А то торчала вот такая вот ручка, тоже не знаю. Не круто, конечно. Колеса, если повернуть, все, она станет даже чуть-чуть ниже. Можно, в принципе, катить как чемодан. Вот эту вот опцию уважаю, одобряю, как говорится, очень удобно. Все, в эксплуатации она элементарная. Что касается тканей, ткани для своей ценовой категории, они вполне себе нормальные. Вот, тактильно не раздражают, вполне приятно, я думаю, ребенку будет здесь находиться. Вот. А, ручка, кстати, не сказал, она обита такой, знаете, плотной губкой, и хват, в принципе, достаточно нормальный. Тонковато чуть-чуть. Ну, она, в принципе, здесь все сделано, чтобы она была легче. Вот, в принципе, добавить мне нечего. Достаточно интересная новинка. Любите путешествовать, ищите что-то легкое, пожалуйста. Отличный вариант за небольшие деньги, относительно небольшие деньги. Ссылку на нее я добавлю в описании, можете по ней пройти и заказать себе ее. Вот. По-моему, вполне себе хороший вариант, достаточно качественный. А, плюс еще, огромный плюс, это амортизация. Реально, это очень хорошо. Вот, в принципе, добавить мне больше нечего. Если этот обзор был вам полезен, интересен, ставьте лайк. Не полезен, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. И в заключение хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что дали ее на обзор. Большое спасибо. Ну а вам, собственно, хочу пожелать хорошего, грамотного выбора и удачи. Всего доброго.